Привет, меня зовут Редрагон, и сегодня мы продолжим играть в Everforward. Вот, мы продолжим. Но так это опять же стрим, продолжим минут через 5, пока я все проанонсю везде. Такие дела. Такие дела. Пойдем играть, где эта игра. Кажется, все работает. Ой, тайские головоломки, да, это они. Здорово, Олег. Блять. Я забыл, что это мир 20 FPS-ов. Привет, Эбзан. Короче, прикол, я начинаю стрим, блять. Понимаю, что я начал уже пиздеть в камеру. Потом понимаю, что я не включил программу для микрофона. Я ее запускаю. И потом я понимаю, потому что программа мне об этом говорит, что я случайно удалил файл с настройками микрофона, когда последний раз чистил папку. Мне сейчас пришлось по новой настраивать микрофон, но вроде бы я справился и пух. А можно управлять? Да, можно управлять. Бля, смотрите, как угарно. Охуенно. Бля, ща вот так вот плывем, подожди.
О! Заебись. Ну вы поняли, да? Это типа парусника, эта хуйня нам типа поддувает. Охуительно. Плывем в эти сгоревшие ебеня сразу. Можно вылезти? Пожалуйста. Ну, берег же. Да что за дерьмо? Причал? Нет причала. Притом она хотела высадиться где-то вон там, в той стороне, а здесь она высаживаться не хочет. О, интеракт. Все. Надо было с другой стороны подплыть. Охуенно. Ответ на вопрос, как оно, в принципе, сравнительно прост. Никак. Вчера я ездил праздновать день рождения. Я там выкладывал фотку в Твиттер, в Инсту. Потом... Потом сегодня я проснулся и обнаружил, что у меня кончились одни из моих таблеток. Не... О боже. Может, ты подгрузишься? Спасибо. Мне это очень сильно не понравилось. Я подумал, что, наверное, стоит... Так, да. Наверное, стоит этот. Съездить в ПНД, потому что нет рецепта на эти таблетки. Но врач мой работает завтра с 8 до 14, и я понял, что я не смогу встать так рано. Ну здравствуйте, блядь, в смысле? Поэтому я, наверное, завтра нихуя не буду делать, а послезавтра туда съезжу. Как нихуя не буду делать? Я, наверное, начну что-нибудь уже делать. Есть, а чё это, блядь, такое? Охуеть. А вот это здесь зачем? Ага. Вот. Так и сегодня... Чего? Нихуя себе. Вот это он приныкался. Я сегодня, короче, весь день жутко убитый какой-то, уставший. Хочу спать. Ничего не хочу делать. Я кое-как нашел в себе силы немножечко потренить. Сходил в душ. И все, и вот я здесь. Че, блять, эта хуйня хочет от меня? Ну да, точно. Ебать, оно уже заагрилось. Ебать, оно охуевшее. Не, это все, конечно, очень клево, но я даже не вижу, где нам эту хуету взять надо. Нет, может быть. Не очень крутой в плане. Не, не очень крутой, просто потому что ничего не произошло. Все довольно скучненько. Беги, беги, мы успеем. Блять, не успеем, потому что ты медленная тварь. Работать не сможешь, в смысле, из-за чего? Пару месяцев, тем более. А почему я там не сохранился, блять? Вот охуенный вопрос. Рез, да, пиздец, и как... Подумаю, что мне когда-нибудь надо будет все-таки это сделать, мне становится плохо. А так, что я сегодня делал? Я мангу читал. Очень много. Я начал читать «Атаку титанов». Очень клёво. Настолько клёво, что оторваться невозможно.
Не, она в целом не допрыгивает вообще никак туда. И чё тогда нахуй? Ну, сука. В смысле? Что значит нет интернета? А как? Если переезжаешь в палатку? Да не пизди, в Чернобыле есть интернет. Я-то знаю, я смотрел. Там все было. Чё не понимаю, что ты хуй-то хочешь. Тут не перепрыгивает здесь. Перелететь здесь тоже. Да. А, я понял. Кажется, наверное. Нет, нихера. Нихера. Не понимаю, она не перепрыгивает из-за того, что она эту хуйту несет или просто? Нет, она просто в любом случае не допустит. Чё я делать тогда должен? Она не ТПшница с ним. Куда упасть? Не падает. Если я прыгну, она разобьется. Ну-ка, блядь. Охуенно. Да блин, потому что они по таймингу разъезжаются. Блин, а тут толку это туда кидать вообще? Стоп. Вон там мост только что целиком свелся. Я не понимаю. Я реально не понимаю. Да, пусть там валяется. Пойдем погуляем, да, посмотрим что-нибудь. Обернется и убьет. Бля, звучит мерзко. Че за колеса? Падай же ты. Дубляж? Смотришь дубля... Бля, пиздец, Олег. Не надо падать в моих глазах, я прошу тебя. Серьезно? А, саба. Но я в таких случаях ищу английские сабы. Могу подсказать сайт. Я в депрессии. Как говорится, не мы такие. Жизнь такая. Ха-ха-ха-ха-ха. Но я не вижу причин депрессовать у Олега, на самом деле, особо. Поэтому это грустно, что он в таком состоянии находится. Говорю, посмотри на английском, если что, я тебе могу сайт один дать. Я тебе вроде кидал, по-моему, или не тебе. Я там бойца баки смотрел. Там вообще до хера на самом деле аниме есть. Особо наверняка там будет. Блять, что так сложно. Позвал. Здесь я тоже нихуя не могу сделать. Вообще ничего.
Ну ездят эти мосты, ездят мосты, эта залупа тут и стоит. Телепорты эти тоже совершенно бесполезны. Никак не использовать, кроме как того, чтобы перемещаться. Какой другой мост? Перебросить. Блин, на самом деле, что-то вообще не вкуриваю, это что-то как-то слишком трудно. Мне нужно вот эту вот хуету дотащить до этой красной залупы. Как? Просто вот как? Вот мосты эти ездят, не будут ездить там совсем просто так. Смысл в этом... Есть. Бля, я только что, кажется, понял его. Да, все, окей, это было слишком легко, я слишком тупой. Чего? Блять, ебать, это не пугай меня, хуета. Залезь обратно. Это не то, что я хотел сделать. Короче, блять, это настолько, сука, очевидно было, насколько только возможно. Смотрите. На, сука. Пиздец, как я до этого не додумался сразу? Реально же легко. Трактируй. Блять, я забыл, что эта хуйня там агрится, ёбаный в рот. Дай. Надо было там как-то это аккуратнее делать. Я успею. Я успел. Надо подождать, пока оно успокоится, только потом туда идти. Быкой потом стоять не буду, да, давай, спокойной ночи. Спасибо, что хоть зашел. Ага, все, я говорю, легко, блядь. Но хотя, на самом деле, с первого взгляда, так это легким не кажется. Это мне уже не первый раз. Время останешься, ну, останешься, ну, ты же, типа, там, заснешь когда-нибудь, умрешь. Что такое? Могу я просто отсюда взять и скинуть туда? Типа... На, сука. Да в смысле, блядь, ты издеваешься? Ладно. Пол загадки решено. Осталась еще половинка. Игры за горные стримеры. Лайфхак. А. Ну это типа как 200 IQ, только нет. Пайпхед от слова forehead. Такой молот есть на печам. Я, кстати, не помню, как он выглядит. Кто его знает. Вот теперь самое сложное, я так думаю. Как мне эту хуету обрулить? Если я закину куб к нему на платформу... А, ну да, я понял. Все, я, кажется, придумал, как это делать. Придумал спать, буду кушать, если закинуть на другую половинку моста. Я не доеду до другой половинки моста. Я, кажется, есть идея.
Это плохая идея. Я еще не придумал, как я из этой идеи выйду потом. Говоря уже о том, что он делает со мной вот это. Не, это круто, а мне самому туда как потом попасть? Куку полетел нахуй. Так, это сложнее. Шаром, но это типа область. Короче, куда ты наступаешь, он тебя там сразу трахает в очко. Она еще иногда показывает, типа, как он крутится, в какие стороны. Ну, не стороны, а типа там внизу показывает небольшой угол, по которому он может двигаться. Ну, короче, бесполезная хуйня. Шаром выступ. Как я на него прыгну? Я на него не прыгну никак. Я сейчас подумал, типа... Можно не агрить эту залу? Спасибо. Не, я думал, сейчас может быть отсюда куда-нибудь кинуть этот куб. Как-то заагрить этот уйду, но нет, ничего такого не будет. Да вообще. Упрыгнуть с моста. И летит. Да улети. В телепорт. Господи, блядь. Она сдохнет, если я прыгну. О, не говоря уже о том, что она не долетит. Блин, мне кажется, я зря все-таки куб туда вниз унес. Сейчас делаем по новой все, как надо. А! Чекпоинт! Нихуя себе! Ладно. Воду горячую выключили. Блин. На самом деле, не живя в условиях... постоянной подачи горячей воды. Уже почти забыл, каково это. Что, блять, это было? Еще попробуем по-другому немного сделать. Мне нравится, как FPS начали отлетать потихоньку. Короче, вот так и что такое, когда ее нет. Плохо. Что у вас там жарко вообще сейчас?
Нахуй я это сделал? Чем мне это даст? Вообще ничего не дало. Не говоря уже о том, что я его оттуда даже не заберу. Яся около 30. Я не знаю. Вчера вроде было норм. Ну, в смысле, почти тепло, прям так, нормально. Да беги ты нормально, не занимайся этой хуйней. Блять, куда он делся? Не успею вообще никак. Завчера было дико холодно. Сегодня вроде норм. Иди, господи. Что делать-то? Куда ты? Ебать тебе в рот кинул его. На самом деле... Что-то у меня есть идея. Подожди, он добросит до моста? Пьяный не добросит. Блин, вот что делать с ним вообще? Чтобы там идти, мне нужно сдвинуть его взор. Либо куда-то сильно вправо, либо куда-то сильно влево. В любом случае, если он загрится на меня, при этом условии он меня убьет. Если я просто это закину ему назад и попробую пробежать. Ну, блядь, знаешь что? Я попробую, наверное, так сделать все-таки. Я что я хотел. Да. Он не загрется с верхнего моста. Хотя, подожди, а может ты прав? Потому что если он загрется, то это имеет вообще охуенный смысл. Я не докину. Если я докину, я... Блядь. Не успею добежать. Депка проверим. Слышу ёбище. Да, он агрится. Он как-то очень хуёво, блядь, крутится там. Бля, ну-ка, я, кажется, понял, как можно сделать. А, все проебано. Изи только на словах. Я пока не очень понимаю, насколько хорошо это сработает. Ты охуел, говно? Агрись. Да в смысле? Че я тогда такого сделал, что он прям... А, может, я выше стоял, и поэтому... Я выше ж не докину, вроде. Да отдай эту хуйню, куда ты ее засунула, блядь? Вытащи ее! Ёбаный в рот. Нихуя.
ставить на начальной половине моста. Вообще звучит как очень неплохая штука. Бля, перемещалась бы она быстрее еще. Бля, не говорим, что им надо было охуенно высчитать тайминг, чтобы надо было. Или надо было. Давайте это было близко. Да, это было намного легче, чем я думал. Ну, собственно, как и все загадки здесь. Они решаются не сильно сложно, но все равно. Чё, ебать, снег? Мы сделали это Раунзи. Давай, продолжим идти. Нихуя себе, это лазерная хуета. Теперь... Блять! Раунди! Давайте сдохните еще, блять, с ним. Эта миссия провалена, получено достижение. Зачем тебе Раунди, если у тебя есть вон Кубанди? Кубанди лучше. Где мы? 5 мир 20 FPS-ов. Хотя смотреть в эту сторону, то это нормальный мир. 30-очка вроде, 40. О, ебать, там тоже какой-то пиздец, смотри. Горящие корни. Искал корни, вспомнил про шоколадку-батончик корни, захотел ее съесть. Окей, мы пришли в новую жопу. Здрасте. На самом деле, я чуть не понимаю, раньше у нас ТП-шило этот... Там было по несколько загадок, типа, а тут одна. Не знаю, на этом ёбаном острове перегружается нахуй ОБС, и все, и пиздец наступает. Стриму и всему, блядь, и из ТФПСа приходят. Да, а... Ар! Полетели. Куда? Так маневрирует на самом деле жестко, когда летит вниз, просто пиздец. Мне только что возникло ощущение, то вот это вот, где мы сейчас, на самом деле, как бы наш тот мир, в котором мы только что были, только разъебанный к хуям. Что вот это вот дерьмо я уже видел в том мире. Она поняла, что ее дочь съебалась, сказала типа, а, ебаный умный дом, какого хуя ты ее выпустила? О, блядь, ну я хуй знает, но она наебала меня и убежала. Вот что-то такое они сказали, короче. Наверное, разработчики не знали, что кто-нибудь додумается залететь в эту хуйню и что скрипты... Диалоги прок. Сяоя, лай канкан во зода шима. Хуй знает, что это было. Так это что получается? В других местах мы тоже что-то проебали, да? Ну, так не весело. О!
А, она свою пизду девочку ищет. Ясно. Короче, ладно, мы ничего особо не проебали. Типа это так. Маленькие дополнения к основному сюжету. Пускайся, ебать тебя в рот. Да куда ты полетела, нахуй? Говорю, пиздец, она маневрирует, когда ты спускаешься, как сатана. Ебать его в рот, это еще что такое? Чего? А, ладно, я понял. Верно. Это не понял. Чё, блять? Чего? Это что за хуйня? Да, он на ветку приземлился. Не, вот это выглядит как вообще пиздец. Тут куда ты не ТПшнишься, тебя кидает прям в ебало к ним. И ты их это ебало отвлечь не можешь ничем. Блять. Не, можно, в принципе, отвлечь вот этот. Эй. Ага, я понял. Делаем это быстро. Че теперь? А! Теперь мы отвлекаем этого. Теперь мы летим туда. Блять. Ну, короче, да, таким образом это все делается. Наверное. Типа, опа! А, я проебался. В общем, да. Видишь, я раскусил всю эту залупу. Так, стоп, что? Это почему так? Вот я прыгаю еще раз. Я грю эту шлюху тоже. Подожди, в смысле? Он не мог дотягиваться? Он не может до тут дотянуться? Хуйня какая-то. Бля, они так светят, что не видно ни пизды вообще. Ну, в принципе, на самом деле, можно... Ну-ка, блядь, сейчас сделаем по-другому. Подождем, пока они расслабятся. Еще раз прыгнуть надо, где? Да, обратно летишь? Сейчас, секунду, он отсюда загрится. Уйца. Ну, давай попробуем. Иу. Иу. Не, нихуя. Я не успеваю тогда дойти до второй этой капсулы. Сейчас другая идея появилась, которая, может, работает, а может, нет. Я проебал тайминг. Нет, реально выглядит, как будто в меня дальний стреляет. Нет, его нельзя переагрить заново. Он убивает быстрее, потому что еще время на анимацию очень долго уходит. Пришел ты хорош.
мы наебываем ебаные яйца. Да ладно, ты гонишь? Хуйня какая. Короче, попробую поиграть в охуенные тайминги. Мне очень понравилась эта идея, если это сработает, будет прикольно. Чего, они убили меня? Чё, охуели? Я сделал то, что хотел, не выйдет. Вернее, то, что ты предлагал. Да, блядь, почему я опять забыл загреть эту хуйню? Я нажал Е. Ладно, этот вариант не работает. Или работает. Не знаю, мне он кажется таким прикольным, потому что он требует от меня хоть какого-то скилла. Да сука, в смысле, блять? Ты охуела, говно. Отсосите ёбаные камеры, говна. Добро пожаловать домой, Энн. Нет. Нет. Давай, Майя. Нет. Нет. Майя, пожалуйста. Давай мне хардбит, Майя. Давай удар сердца. Есть LSL, активируй прототип. Звук надежды, получено достижение. Ну да, собственно, вот он этот дом, который мы там видели. И лагающий мир с лагающим ОБСом и стримом, но ладно. Поехали. Мы поедем сегодня? Нет, алло. Спасибо. Да, одеваешься, что ли?
Да, блять, в смысле? Нормально же все было. Хули ты загрелась, говно. Не, блять, я это так не оставлю. Да схуяли? Он чё, охуел? Надо вычислить место, в котором он начинает меня это... Ну ты мудила, чувак. Еще закинуть на телепорт этот куб, но я, видимо, этого не сделаю. Сука, ладно. Если можно было бы реально куб туда докинуть как-нибудь до конца, а потом это... Просто повторить то, что мы уже делали, было бы очень здорово. Кажется, эта игра не хочет нам этого позволить. Что? Какого хера она упала? Да ты охуел так далеко, блять, палить меня, сука? Чего? Бати не конченые. Пиздец. Ясненько. Да положи, блять, этот ёбаный куб нахуй. А, блять, а че я... Ну-ка, если реально сделать вот так. Нет? Серьезно?
Не, допустим, а что теперь? Ох, блядь. Вот это уже, блядь, выглядит нахуй дохуя посложнее. Да хватит лагать, господи, ёбаное ты говно, говнище. У меня тоже есть теория. Надо объединить прыжки с бросанием куба. В этой тупой игре обязательно должно быть именно так. Ты научился, блядь, делать какое-то говно, блядь, применяя его. Мы научились прыгать в телепорты. Да ладно, серьезно? Нельзя успеть? Да ты заебешь, еще и лагаешь, тварь. Сука, почему, блядь? Что мне может быть запущено, что может еще так сильно, блядь, угнетать все это говно? Я вот не обломаюсь, блядь. Ctrl Shift Escape. Что тут у меня есть, блядь? Да нихуя, какого хера? В смысле перегружается? Ёбаный, блядь, копировщик, сука, ёбаный ОБС. Паскуда. Да какого хера? Все же вроде нормально было, или я что-то путаю?
Да нихуя, блядь, я наебу тебя, ёбаный лысый шар. Я один раз так сделал, что я его закрыл, но он не смог меня убить. Да, вот как сейчас, например. То есть ему надо было докрутиться, чтобы это сделать. Да нет. Вот, сука, и вот теперь я хочу так пройти. Вот мне вообще похуй. Надо один раз наступить на эту хуйню. Да ну, блядь, ну... Это не эксплойты, это... Это игра такая. Они сами говорили, что можно некоторые уровни пройти разными способами. Блядь, ёбаный таракан. Вот это один из способов, отвечаю. Да. А ты так что понял, что я могу не успеть? Я могу не успеть просто обойти вот эту хуйню, пока вот эта хуйта доворачивается. Хотя... Да ты охуел, блядь, нет, нихуя. Нихуя, сука, ты идешь нахуй, кусок дерьма. Меня начинает подгорать от этой хуйни. Сука, да ладно, он агрится на это. Бля, лагает оно мне, пиздец-то выносит, блять, я просто не могу. Еще раз попробуем сделать вот так вот, как я хотел изначально. Сука, да! Бля, сделай клип этой хуйни. И победы. Прости, Энн, я не могу найти ЛСЛ на заводе. Что значит, тебе нужно больше времени? Я уже нахуй все время проебала. А что насчет фактори автоматонов? Они все в жопе. О, найди фабрику автоматонов. Извини, Энн, я не могу. Ищи, блять. О, я нашла. Там оно, короче, вон там. Кести, копируй себя и... Короче, пошли. И веди нас. Получено достижение, если там воля. Я буду играть или смотреть на что-то? Нет? А! Чего? Я реально играю, типа.
Только мой функционал крайне ограничен. Хорошо. Можно понажимать V, в принципе. Не вот все разъебано к хуям, конечно. Нет, дальше. На самом деле, даже подумал, что типа этот. Может потом сделать нарезку просто со всеми победами и ее закинуть на YouTube. Что норм будет, ХС. Не знаю, есть ли это вообще хоть какой-то смысл и будет ли... Есть. Будет ли хоть кто-то на YouTube это искать. Ясно. Хера не понимаю, что за прикол, ну ладно. Я понял. Значит, Dark Souls с физикой. Ой-ой-ой, а чё так сложно вдруг стало? Чтобы она перебросить не может. То же, что и всегда. Так, я, блядь, что-то не понял, нахуй.
Да хватит, блять, лагать, сука, ты заебешь меня. Я ресетнул, нихуя не изменилось. Вообще нихуя. А, ну вот эта залупа уехала. Все, точно. Я не успею. Я не успею. Так. Сейчас мы будем опускать эту залупу. Но мы сможем ее поднять. Да, блядь, нахера ты ее ногами своими загребущими, блядь, выдрочила оттуда? Так в этом месте ничего другого сделать нельзя, кроме... Так тут нет других опций, значит, вот это вот то, что мы сейчас делаем, это правильно. Потом-то, блядь, что? Я приезжаю, блядь, наверх, где мы сосем хуй. Мы улетаем отсюда и прилетаем обратно, блядь. На старт, практически. То есть нужно как-то взять вот этот вот куб. Садите его на вот эту платформу. Бля, ты не мог название игры просто сказать или скинуть? Зачем бить его? Сейчас надо платформу верхнюю убрать. Да нихуя не лучше. Нижний куб на платформу. Верхний убрать. Так, ну-ка, тпшнемся куда-то. Задумывает игра. Да, блядь, не сюда. Вот. Если я этот куб убираю... Залупа начинает приезжать сюда. Вот это уезжать. Не знаю, что я сейчас делаю, но, наверное, может быть... Не, подожди, нет. Я ничего не сделаю. Этот телепорт тпшит меня наверх, тот телепорт тпшит меня вот сюда. Если я могу спуститься только посредством перемещения между двумя этими колоннами. Значит, так кусок спины болит, пиздец. Сидеть, ебать, неудобно. На этом ебаном стуле говна. Ебать, он быстро уезжает. Чё, охуел?
Да, блядь, сука, крутанись ты уже, блядь, и нажми на эту хуету, господи, куб ты ёбаный. И чё? Ну да, типа. В этом проблема. Блядь, нет, я не хотел открывать ВК! Иди нахуй! Открыла мне твой вид. Как режет арбуз, блядь, мне уже страшно. Ну сейчас опять я уеду, блядь, наверх с этой хуйней, какой в этом толк? Если бы она могла перекинуть через эту хуету, но не может. Сбросить куб вниз, но если я его сброшу, я вниз не попаду сам. В этом-то проблема. Типа, вот я его сбросил, и чё, ебать? Ну-ка это... Сейчас попробовать кое-что сделать. А что сделать? Я выставлю эту хуету сюда, эта хуета уедет, это поднимется. Нет, я не успеваю спрыгнуть из до этого. Блять, хватит лагать, сука. Как ты бесишь меня, нахуй. Знаю, блять, серьезно. Бля, что я делаю просто?
Я сейчас подумал, что если попробовать на вот этой платформе уехать наверх, но она не уедет на ней наверх. Не могу ничего сделать, чтобы уехать на ней наверх. Блять, если оно еще раз дропнется, я, блять, отъеду, наверное, нахуй. Она прям мгновенно начинает стартовать. Определенно. Нужно как-то этот куб перевести наверх. Или тот куб. Тот куб я никак не могу перенести, просто потому что, блядь, когда я его снимаю, эти хуи начинают двигаться сразу же. Значит, нужно этот куб как-то перенести вниз. Как мне его перенести вниз и себя перенести вниз? Ладно, окей, перенести вниз себя, допустим, можно. Осталось придумать, как с этого... С этого положения, блядь, не лагай. С этого положения... Так, стоп. Чё, блядь? Как так вышло, что у меня все свапнулось? Подожди, это что-то, блядь, нахуй... непонятное произошло. А где? Что? Стоп, я что-то не понимаю. Подожди, блядь. Едешь? Да, вот оно едет. Это уезжает. Просто я куб... Подожди, у меня тут порядок поломался, я... Ну, из-за того, что я как-то оказался не на той стороне, а на этой, я не могу понять... Как это произошло? Может быть, так и надо? Бля, нет. Что я хотел сделать вот этим вот делом своим? Сейчас, я не знаю, что я хочу сделать, я не понимаю, к чему это приведет. Я просто это попробую сделать и посмотреть, что получится. Что получится. Опа, блядь. Как это вышло? Я не понимаю. Это как-то сработало, но я не знаю как.
есть но. Ага, супер. Стоп, а то ли я сейчас делаю, что хотел сделать? Нет, наверное, нет. Наверное, наоборот, я хотел сделать. Оставим тут. Берем с собой. Бля, я что-то, блядь, хуйня какая-то. Да не лагай ты, ёбаное говно, блядь! Сколько, сука, можно, блядь? Пиздос! Здорово. Пиздец, как мне заебало это. Так, подожди. Подожди. Нет, стоп, все нормально. Теперь, смотри, у нас наверху там есть куб на этой хуете. Он на этой хуйне стоит. Куда ты упала, блядь? Ну ты охуела, что ли? Ну ты охуела? Я даже не понял, что мы там наделали, а ты все испортила, тварь. Пиздец. Что там? Бери один куб, становись на короткую платформу. Какая короткая платформа? Ладно, пока просто повторяем то, что я делал. Потом, наверное, все опять как-то само сделается, и все будет хорошо. Докинь, блять, эту столбу. Беги, 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 беги! Рош! Рош! Блять, мне аж чай нахуй разлился, такой интенсивный дрочь. Так. Чем я это сделал? Так, бросаем эту хуйню куда-то сюда. Эту хуйню забираем. Зачем? Не знаю.
Бля, было бы это все так легко, было бы заебись. А, так вот, да, мы приходим опять к тому, что я хотел сделать в тот раз, но я уже забыл, что я хотел сделать в тот раз. Или нет? Бля, пиздец, твои объяснения, они, блядь, нахуй, еще сильнее затуманивают мой без того затуманенный мозг, блядь, нахуй. Я сейчас сдохну. Я хочу попробовать сделать то, что я изначально хотел сделать, но сейчас у меня опять все это пошло нахуй, потому что я почему-то сдох. Нет времени на шаги, блядь, умный что ли самый нахуй. Не видишь, ездят, блядь, быстро, пиздец, обосрёшься. Ой-о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 й
Зачем я это сделал? Что нужно? Нужно вниз. Все, блядь, я уже совсем нахуй запутался. Вот как можно, блядь, заблудить человека реально, блядь, просто в хуёвинах? Не ЛГБТ Кап, это Капа Прайд. На самом деле уже так это делаю все на автомате, что я вообще хрена не понимаю, что я делаю. Так. Что такое новый куб? Какой новый? Так, подождем. Кого наберешь? Что это значит? Что значит набрать меня? Блять, ты чё, нахуй? Совсем, что ли? Это неуважение к стримеру. И не настолько тупой, чтобы, блять... Нет, у меня лагает стрим. Это тот, что ли? Залуп поехал наверх.
Нет, все очень хорошо. И что все? И что? Ну, в общем, мы вернулись к тому, с чего мы начали, в общем-то. Окей, поехали заново, блядь. Не, ну, на самом деле, ход твоих мыслей был примерно, наверное, в чем-то неплох. Я даже задумался о том, что это может быть что-то правильное. Может быть, это действительно так. Да ты, блядь, сука, не лагай, не лагай, блядь, не лагай, блядь, не лагай, сука. Так, это я снимаю, это я выкидываю. Чё сюда приезжает? Так, это этот. Кидаю сюда. Нет, стой, не кидаю! Нет, блядь. Так, это куб нижний. Выбросись, блядь, нахуй. Это куб верхний. Блин, они вообще никак не отличаются, нахрен. Вообще нихера. Так, запомнили. Блять, я уже забыл, какой из них какой. Блять. Так, все. Этот куб. Идет сюда. Этот куб идет со мной. Куда он идет? Он идет на эту платформу. Так, сиди. Ты. Подожди, стоп. Не знаю, похеру. Просто пойдем дальше. Да, блять. Все правильно. Или нет, блять, сука? Да в смысле? Какого хера? Все, сейчас все будет. Наверное. Сейчас он возьмет, мне наебнется, блядь, с этого столба, и я умру. Выбрось нахуй это говно. Ладно, не выбрасываю.
Вот так вот, блять. Просто поимел эту хуйню. Наверх портал есть. Уже поздно. Чё она делает, блядь? Она стену толкает? Я. Она на фабрику автоматонов пришла, наверное. Она закрыта. Так а хули, те ж сказали, нихуя нету. Вот она попёрлась, ебать. Бункер. Все потеряно, проебано, достижение. Но выглядит в достаточной мере проебанным. Ж, блять. Хотя бы когда смотришь в эту сторону, и все более-менее плавно идет без просадок. Это радует. Я буду всегда смотреть в эту сторону. Ага, как они. Кстати, куб, который с нами летал, больше с нами не летает. Да. Сюда. А, нет, стоп, вот он. Где он, блядь, был? О, сука. Да, до свидания FPS. Это, наверное, не до свидания FPS, наверное, до свидания стрим. Типа, ну, короче, вы поняли. Хотя я хуй знаю. О, может, ее ебало можно сфоткать тут? Типа, бля. Ёбаные папоротники, уйдите. Я же как-то вставал, там прям лицо было норм. Ладно, пизду. Все лицо на фоне этого говна вообще какая-то херь. Поэтому ладно. Что? Куда он делся опять? А вон он. Чё он, блядь, делает? Наверное, он охуевает просто. Я понял. Музыка-то какая страшная. Наверное, финальная загадка, блядь, впереди. Мы ее не пройдем и умрем. О, блядь, дерево. Ебать, здравствуй. Дерево, дерево. Да в смысле, это не телепорт? Или, может, дерево можно как-то сфоткать? Типа, блядь, дерево и дерево. Я еще бы на ебло свое повернула, как я хочу. Вся в пыли, блядь. Похуй. Главное это дерево. Остальное не важно. О! Ебать! Вы видали? Я видал. А где мой куб? В смысле, почему? Почему его нет? А чего? Что? Ебать. Блять.
Что? Чё нахуй? Что? Что это такое? В смысле она сдохла? В смысле она сдохла? Да-то подожди, куда ты опять тело, тварь? Сдохнем. А, вот эти часы. Да это не заебись там. Да, блять, ну поймай ты эту залупу, господи. Ладно, пока она не ловит эту залупу, надо понять, как отсюда выбраться. Бать, этот удар в гонг. Чё, бля, надо тебе нахуй? А, где я? Что? Что это? Ебать! Это конец. Она просто умерла. Можно что-нибудь сделать? Алло. Да такая сидит. О, видали там панцу? Во, смотрите. Они какие-то рифленые, ну в смысле картинка. Ну короче, вы поняли. Можно скриншот сделать. Вот так. Что это такое? Почему? За что так игра со мной поступила? Ой, даже сейф кривой. Чё, он когда-то дохнет, когда-то не дохнет, я не понимаю. Сука. Я не пойму. Что-то это слишком сложно. О, я поднял. Опять мы 100 часов потратим на то, чтобы поднять эту залупу. Да господи, ну камон.
убери, блядь, подбери эту хуету! Дальше куда прыгать? Да, я не понимаю этого вопроса. Вообще никуда не прыгаю, начнем с этого. Так, блядь. Из этих бредичных частиц, блядь, ВПС падает еще чаще. Вместе со стримом, скорее всего. Да, значит дальше прыгаешь, дальше прыгать. Прыгать дальше вниз? Или что? Не понимаю. Вниз я не прыгаю, я спрыгиваю вниз. Это разные вещи. Прыгать вниз это вот так. Ладно, наверное, это, кстати, именно это и имел в виду. Но это, кстати, очень странно. Нет. Странно то, что я сейчас сдох. Ну, совсем нет, наоборот. Странно, что я не сдох тогда. Ты можешь это как-то объяснить? Я нет. Что, блядь? Только что же все было нормально вроде. Я не догоню эту хуйню теперь. А, заебись. Я не понимаю ничего. Блять. Издевательство. Ладно, в пизду, хуй с этой, блять, хуетой. Нет, 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 нет. Не хотел. Курка. Так, допустим. Ёб твою мать. Нет, это все охуенно, а что теперь? Не, ну это выглядит как конец игры на самом деле. То есть прям вот уже вот прям финалочка, но... Я что-то вообще нихуя не пойму, что тут делать и как. Можно улететь под, блядь, просто. Скользнуть под. Да бля.
Ну вот я опять здесь. Ёбаный рот. Твою ж мать. Чё за трэш, сука? Откуда ты здесь, блять? И нихуя не понял, что произошло. Ладно, я... Кто вы такой и зачем вы здесь? Так и не понял, как так вышло, что она там поменяться решила. Ага. Окей. Ладно, это все на самом деле, кажется, было не настолько сложным, насколько оно казалось. Как я депешнулся просто? Что я делал? На вас смотрел? Нет? Кого? А, сука. Ебать. Ну, до сих пор я просидел меньше, чем в предыдущем, однозначно. Панель статус сломана. Добавлен профиль. Неизвестная дверь номер 327. Learned from doctor. Да, блять. Мой ЦПУ это нейросеть процессор. Получено достижение. Осталось достижение, блять, еще. А? Чили 15 из 20? Их еще 5? Да. Бля. Еще 5. Я когда сворачиваю игру, звука нет, держу в курсе. Нихуя они не скрытые. Эти ачивки по сюжету. Ёбаный в рот. Что это? Ясно.
Ёбаный, блядь, какой-то пиздец. Что-то вообще выше моих сил, блядь. Куда оно меня кинет? Блин, нормально же все было. О. Что, блять? Где это вообще? Ну хер, блядь, телепорт вообще туда направлен. Прям подъебало им. Чего? Чего не ясно? Сука. Блядь, сейчас за лупом меня спалит опять. Убьет. Ну? Давайте. Ёбаные часы. Нет? Стоп. Появилась идея, но что-то она не работает. Ну. Нет, не могу. Она уничтожает все, блядь. К чему прикасается. Издевательство какое-то. Чё, какие идеи? Можно мне назад вернуть? Блять, а где этот телепорт? Это говно вообще, вот сюда даже не вижу. Да сколько вам, блядь, трястись, сука, надо, чтобы гравитацию вашу ебучую поменять, блядь? Куда мне отбегать? Когда я призываю, он падает в эту залупу розовую. О.
Я прыгни с горы нахуй. То есть, по идее, я должен успеть затриггерить эту хуйню как раз в момент, пока падает куб, блядь. Если этого не сделаю, блядь, куб упадет в пизду. Издевательство, блядь. Я сейчас, блядь, сука, без пизды встану и буду считать, блядь, сколько времени нужно. Ну и хули. Все, Сейчас умру, блядь. И где, блядь, этот куб? А, он за стеной, за вот этой. И как мне туда попасть, нахуй? Ну типа уронил я этот куб, и чё мне, бля, делать нахуй теперь? Страшно. Давай будем пробовать. Сначала мы опять уроним, блять, просто куб куда-нибудь. Подожди.
охуеть, а как я это сделать должен? Пиздец. Мне сейчас снова мозги, блядь, сука, свернутся. Нет, 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 нахуй нет, я не хотел. Нет, блядь, сука, это пиздец, я не могу, это я серьезно, чего, блядь, просто? Охуеть, и чё, блядь? Я не знаю. Нельзя никак сделать, чтобы он выпал на платформу. Это нельзя сделать. Можно было бы сделать, если бы можно было удержать эту кнопку сколько ты хочешь. Как только ты на нее наступаешь, эта хуета вылетает и триггерит все эти шары. Надо. Прекратите трястись, блять. Процесс уже не остановить. Почему она просто прибежала по ней? А ты думаешь, я просто так сижу, блядь, и что? Не издевайся, блядь, надо мной нахуй. Я хуй знает, что дальше делать. И эта хуета еще не заагривается. А как долго эта хуетень в агре вообще находится? Наступи, блять. Работает. Вот эти ебаные часы начинают работать через 11 секунд.
Эти залупы перестают агриться через 22 секунды. И чё? И чё это даёт, блядь? Почему я сдох? Я вообще не вкурил. Вот этой хуйне вроде как у нас находится. Вот зачем здесь эти часы, блядь? Они же не по приколу, наверное. Что они сделают? Не отправят меня в космос. Заебись. Не реагирует, блядь, на мое желание, блядь, что-нибудь сделать. Просто стоят и дрочат эти блядские часы. Он еблом, блядь, смотри. Что за бред? Просто что? Не, ну эта платформа, то что она двигается, она не по приколу же двигается, наверное. Что мне делать-то с этим? Не могу это никак использовать вообще.
Почему, блядь, давай, активируйся. Там нельзя так попасть в тайминг, потому что платформа находится за этой хуйней. Единственный вариант, как можно было бы это сделать, это настакать, грубо говоря, прогресса платформы, а потом юзануть куб. Но как это сделать? Что вот эта вот хуета постоянно палит. Когда она постоянно палит, ты ничего не можешь сделать. Может, я не прав? Может быть, действительно прям можно попасть в такой тайминг? Не знаю. Алло. А, вот он. Да нет, звучит так-то логично, но как это сделать, я вообще хз. Я вот прям вот реально не понимаю. Нет, ну видишь, она все равно падает вон туда, вот так под углом. То есть она не может это сделать, она не может упасть на эту хуйню. Я не знаю. Может быть, и могу. А надо оно мне. То есть она, видишь, она все равно берет, она падает как бы под углом. Она не падает строго вниз. Даже если сделать так, она все равно не попадет на эту платформу. Видишь, это лучшее, что можно сделать. Вот она прям чисто под своей дыркой находится. Нет.
мы сюда пришли с именей. Да какой, блядь, success, нахуй? Ёбаная игра. Я вообще хуза. Прям реально не могу придумать, что сделать с этим. Вообще прям без вариантов. Блин, почему эти часы нельзя активировать как-то, сука, не знаю, с кнопки, блядь, или типа того? Надо ждать обязательно 100 лет. Нет, нет. Ты видел? Ты видел? Все, сейчас решим. Бля, правда, только на уебищно это бегает, блять, это пиздец как неудобно, но. Бля, это пиздец как неудобно. Там как раз то, что ты написал. Типа, можно отменить. Короче, блять, смотри. Опа, блять. Когда ты еще раз наступаешь, куб, короче, идет нахуй. Есть проблема. Не уебанское управление. Омега уебанская. Есть еще одна проблема. Это надо еще и с часами комбинировать. Ладно, попробуем по-другому. Ща. Часы, давайте. Да слезь, блядь, с кнопки, ёбаный ты в рот! Все будет. Наверное. И может, реально можешь как-то это в две кнопки делать, типа? Не, не в такие две кнопки. Наверное. Прыгать на кнопки. Бля, слушай, вот это реально гениальная мысль. Это реально, блядь, охуенно гениально. Я почему-то думал, что если прыгать на кнопки, это хуета будет агриться. Она не агрится. Значит, заебись. Часы давайте, блядь. Да блин, серьезно,
Я чуть-чуть попёшипся в тайминге. Я ты жесткий. Да, я бы тоже не отказался на самом деле. Прям вообще было бы норм. Я не умею считать, когда мне нужно еще прыгать по кнопке. Мультизадачность хромает. Дотало, блядь. А вот хуй знает. О боги. Неужели, блядь? Куда он упадет? Куда он упадет? Получено достижение, это конец. Чё-то, судя по тому, что у меня там еще 4 достижения, вот не очень похоже это конец. Давайте бежать вперед, типа, раз надо бежать, будем бежать. Просто с удовольствием бы закончил стрим и продолжил бы это завтра, потому что меня заебало немного. Но... Бля... Что это? Пизду, я ебал. Еще одну такую же залупу я не переживу. Не, нахуй. Завтра, блядь, закончим. Наверное, пораньше начну эту херь немного. Вот. Я хазан, может быть, Сиш поиграть завтра на стрим. Если буду играть Сиш, то надо будет начать раньше, чем я буду играть в эту игру, потому что иначе, сука, сгорит процессор, хуя. Когда он у меня сгорит, у меня опять начнутся, блядь, просадки на стриме еще больше, еще и более часто, и будет вообще пиздец. Ой, блядь, поэтому нахуй я, наверное, на завтра это откладываю. Завтра надо стопудово закончить, осталось всего, блядь, 4 хуёвинки, судя по всему. Кстати, всего 9,5% игроков прошли вот эту вот хуетень. Значит, мы умные, молодцы. Мы красавцы. Ладно, на этом я пока закончу. Завтра когда-нибудь продолжу. Вот, так что да. Спасибо, что были, что смотрели, блядь, что пили, и вот это вот все. Вот. Все. Всем удачи и всем пока.